Илья, расскажи, где мы находимся? Сегодня мы приехали на термальный источник под названием Акварель, который находится недалеко от города Туринска, 10 километров буквально. Вот, сегодня нам так повезло с погодой, там отличный вид. Мы сейчас еще выйдем на улицу, будет его лучше видно. Минус 9 градусов, идет небольшой снежок. Народу не так много, потому что сегодня четверг, мы первый раз решили съездить в будни. Но чтобы много не разговаривать, я предлагаю пройти туда дальше, просто на территорию источника и, в принципе, посмотреть все, что поменьше есть. Болтовни, побольше дела, да? Да, да, да. Ну, пойдем посмотрим. Давай посмотрим, что здесь показывает. Температура 37-38 градусов. Выход к бассейну. Но там начнется жесть, когда мы выйдем, да? Вот сейчас, да, здесь получается теплое помещение относительно. И вот этот вот предбанничек, да, там уже прохладно становится. Его нужно как можно быстрее проходить. Пойдем. Погнали. Холодно. Нужно быстрее в воду пробегать. Ну, вот мы, в общем, на уличном бассейне, в принципе, ради которого сюда практически все едут. Вот как раз тут ощущается снежок, на улице минус 9 градусов. А, музыка играет, мы идем раздеты. Вот так как мы вроде уже говорили, 35-37 градусов. Вот, как правило, многие приезжают, купаются, нагреваются в этой воде. А потом идут, падают в этот снег. Я падать не буду, но для кадра чисто помажусь снегом. Делается вот так вот прохладненько. Ну, как бы, конечно, более жестче, потому что мы сейчас еще сухие, пока не купались. А можно вот посмотреть, просто вообще шикарный вид сегодня, все практически деревья в снегу, а и мы босиком. Да, вот у меня аж руки трясутся. Все, уже от холода. Быстрее в бассейн, пойдем сюда в бассейн. Че, этот? Ты возьмешь этим мои фланги? Это детский бассейн. А ты на нас камерой заходи. И вот я уже себя гораздо... Она снимает уже. Гораздо круче. Вода, кстати, очень такая приличная, горячая после того, как походишь по снегу. Вот, а я одел шапочку, немножко приготовился, в отличие от Ильи. А, ну холодно стоять, уже надо заходить в бассейн, короче. Вот он, плавунец-то. Даже не буду спрашивать, как водичка. Водичка шикарная. Вот она как бы есть, в принципе, большой бассейн, в котором глубина побольше уже, чем в том отделении, где, ну, детский был. В принципе, скрывает так и чувствуешь себя здорово, если правда у тебя еще на голове шапочка, у меня ее нет. У меня руки замерзли. Ну все, все.
был же. Турецкая баня, хамам. Самая лучшая баня. Рекомендую. Вот также здесь есть финская. Можно посмотреть по градусам, кстати. Да? И вот есть био-сауна 64 градуса. И соляная сауна 63. А, нет, там 63 нету, слушай. Все, пойдемте в бассейн. Ты пойдешь сейчас купаться в прохладной воде? Да, после хамама только в прохладной воде. А тут вон какой просторный зал. Впечатление от контраста бани и... Просто замечательное впечатление и ощущение тоже. Посетили мы все баньки, сауны, потом сразу же холодный бассейн. Ну и предварительно, конечно, сходили в термальный источник. Там не больше 20 минут можно находиться, поэтому потом идем в баню, бассейн. Дошли до столовой термального источника Акварель, который тоже сделал, в принципе, очень удачно. Тут открывается вид на тот самый бассейн, вокруг которого мы ходили несколько минут назад. Вот сейчас мы забрели перекусить. Сама столовая, ну, в принципе, довольно просторная. В будни-то тут точно места всем хватает. Вот. Также хочется сказать вот про пиццу. Хочешь рассказать про пиццу? Про пиццу, да. Пицца это просто, я считаю, ну как гвоздь местной кухни. Очень вкусная, я его постоянно беру. Ну и также помимо пиццы тут можно купить, поесть там все. Там такой на хороший выбор. Первое, второе есть выпечка. Кстати, пицца стоит всего 35 рублей. Ну, пицца-то ладно, 35. Вот так вот средний чек, то есть если взять первое, второе, что в принципе как домашняя кухня, то есть довольно вкусно, прикольно, здорово. Вот, где-то выходит около 200 рублей. То есть 200-250 рублей тут можно поесть очень-очень, ну, так скажем, плотно. Один раз поел, этого хватает. Ну, если, конечно... Кушать-то здесь хочется. Да, кушать хочется после каждого прохода. То есть идешь сначала в этот бассейн, потом идешь в парилки, потом идешь вот в бассейн с пресной водой, которая там чуть дальше находится. А потом бежишь в столовую. Проделываю этот круг, после этого бежишь в столовую, берешь пиццу. Ну давай, все, кушай, поменьше болтовни у нас. Всем спасибо.
сегодня подвести итоги. Как обычно, мы подводим итоги. Ну что, кайфанули, отдохнули. Действительно, в будни получается ездить на термальный источник Акварель. Очень здорово. Народу действительно не так много. То есть, ну не знаю, порядка, может быть, 50 было человек, которые, разбредаясь по всему комплексу, практически особо не ощущаются. Да. То есть парилочки, все свободно, бассейн пусто. Под вечер мы вообще одни там остались. То есть все в твоем распоряжении. Ну, будни в любом случае лучше. Расскажи, Илья, про. Ну, вот там вдалеке это гостиничный комплекс. То есть, в принципе, теоретически сюда можно приехать, заночевать, то есть снять комнату, точнее номер в гостинице и, ну, соответственно, купаться здесь вот просто до посинения. Сам комплекс работает с 6 утра до 12 ночи, так что как бы те, кто здесь останавливаются, они укупываются. Мы, кстати, местоположение не говорили. А местоположение, это, по-моему, говорили мы, то, что под Туринском находимся, в 10 километрах от города Туринск. Самый ближайший населенный пункт – это село Фабричное. Вот. Находится оно вот здесь буквально в 5 километрах по лесной дороге, по асфальтированной. Так что как бы здорово. Да, уезжаем домой, на улице уже темно. Так что... Застали ночное купание немножко. Я думаю, мы сейчас сядем в автобус, там минут 10, и мы бабах и спать будем. Ну все, до свидания, термальный комплекс. Было приятно здесь находиться. В общем, если у вас возникнет вопрос, ехать сюда или нет, даже не задавайте и не ищите ответа, ехать однозначно. А теперь пойдемте в автобус, в наш Мерседес. Все, до новых встреч, всем пока. Ну а мы скоро поедем на Таганай.